Бежит с планеты сферия, сферянин непростой. В надежде на спасение помчал он в мир другой. На землю попадает злоскверики за ним. Сферянина спасают ребята и Максим. Добро пожаловать в Спартанию! И как понятно из названия, здесь все спортивные, активные, здоровые и позитивные. Ведь и помочь готовы каждому, и мы сверянину отважному расскажем, что такое ЗОЖ, здоровый образ жизни, так хорош. Здоровый образ жизни. Чихаешь. И кашель поди. Ничего, завтра буду прыгать как новенький. Так, и прыгать не получается. Все ясно, ты простудился. А все почему? Потому что ты не слушал нас. Потому что ты не хотел тепло одеваться. А еще ты ел слишком много мороженого, между прочим. Прыгал по лужам. Ладно, признаю, я все это делал. Но как сделать так, чтобы не болеть этой самой простудой? Для начала надо тебя вылечить. Придется пить микстуры и настои из трав. И для профилактики полезно. Ах, это же все невкусно. Я так несчастен. Ничего не добьемся. Если мы ему объясним, он все поймет. Юло, первое, что мы хотим сказать тебе, так это, чтобы ты не переживал. Многие болеют. Но если ты знаешь основы ЗОЖ и следуешь им, то болеть будешь намного реже. А что это такое, ЗОЖ? Пить эти ваши настои и микстуры? Лечение не бывает приятным, но его можно сделать вкусным. ЗОЖ – это здоровый образ жизни. ЗОЖ – это делать зарядку по утрам. Главное помнить, что вкусное не всегда полезное. А ЗОЖ – это еще и полезное питание. Полезное питание – это фрукты, ягода и овощи, супы и каши, мясо и рыба, молочная пища. Но все должно быть в меру. Режим питания нарушать нельзя. Это тоже ЗОЖ. Это ягода, она полезна. Быть чистым тоже очень важно. Гигиена – это тоже ЗОЖ. От грязи многие болезни. Есть еще закаливание. Это когда холодной водой обливаешься. Важно то, что у тебя есть друзья, которые всегда тебя поддержат в трудную минуту и подскажут, когда тебе будет что-то непонятно. Здоровый образ жизни нужно соблюдать. Легко запомнить правила, тем более их 5. Правильно питаться и в меру в основном. Чаще умываться с утра днем перед сном. Зарядку нужно делать, гнать прочь и сон и лень. В душе закаляться, активным будет день. И главное запомнить правило одно. С хорошим настроением выглядывать в окно. Ведь болезни очень боятся веселых и активных ребят. Здоровый образ жизни – это еще и хорошее настроение.